Привет, друзья! Меня зовут Диана, и я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня мы с вами приготовим скумбрию в духовке. Ингредиенты, как всегда, в подробностях я оставлю в комментариях под видео. Ну а сейчас давайте приступим. В жирную сметану кладу приправу для рыбы, соль, перец и хорошо перемешаю. Очищенную рыбу порежу на порционные куски. А теперь сметанный соус хорошо втираю в рыбу. Нарежу полукольцами лимон и лук. А теперь кладу рыбу на блюдо, фаршируя лимоном и луком. Сверху поливаю сметану. Убираю на ночь в холодильник. На второй день пеку рыбу при 180 градусах до зарумянивания. Кому понравился рецепт, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся с друзьями. И до скорых встреч. Пока-пока.